Що відчувала попелюшка, вперше потрапивши на бал, тепер добре знає страховий агент Катя. Не обійшлося сьогодні й без хрещеної феї. Щоправда, за неї була рідна сестра Ксюша. День такой, который по эмоциям, ну, такой всплеск именно эмоциональный, такого очень давно не было. Пока это все выбрали, придумали, ну, мы так тоже. Сначала были туфли, потом все остальное. Ходили все магазины, все эти, ну, и потом остановились таки на этом образе, наряде. Вот, ну, в общем, шли от, чтобы было удобно и комфортно. Песня это вообще, это была, это ужас, пока выбрали, что ну, именно было по душе. Да, мы переживаем. Да, а я не буду переживать. А ты не переживаешь, да, ты в положительном. Да. В положительном. Я вам так сейчас так шу-шу-шу-шу-шу-шу. На тело. А мы тебе позже. Честно, вот сейчас не верится еще, я до сих пор не осознаю, то есть это все действительно происходит, это все на самом деле сейчас туда, ну все. У нас все люди в цьому сезоні виходять із синцями, тому що чомусь в цьому сезоні всі кажуть, щипни мене, я не вірю ще на X-Factor. На що, готова? Так. Давай, на всі сто. Ми за тебе вболіваємо? Все, да. Здравствуйте. Меня зовут Катя. Уже около года проживаю в Донецке, ну, работаю. А где работаете? В страховой компании. У меня есть такое запитание. А можно застраховать себя від того, что тебе скажут 4 дни? Вот теоретично. Застраховать? Зачем ты, Игорь, пугаешь девушку сразу? Не-не, мне просто любопытно. Застраховаться, прийти, не умею петь, например, я не о вас, я о себе. Получить бабки, сказать «Угу!» Ну, я думаю, можно что-то придумать. Катюшка і так переживає. Ти ще такі вопроси. Так я ж кажу, оце налякає одразу людину, ти розумієш? І вже не зможе не співати нічого. А нам ступор, що вони вже ручки так. Ну нічого, вона молодець, вона все зможе. Катя, спойте, пожалуйста. Спасибо.